Приветствую всех! Как вы уже заметили, сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот замечательный старенький магнитофончик. И это не просто так, потому что в таком старом магнитофоне есть самые дорогие радиодетали с драгоценными различными металлами. Так что сейчас мы вскроем его и посмотрим, где они там находятся. Они там точно есть. А какие? Мы сейчас вместе с вами и узнаем. Давайте вскроем этот магнитофончик. Это у нас магнитофончик электроника 302 2M. Сейчас посмотрим, какого года выпуска. Не в плохом состоянии. Так. 91 года, цена 158 рублей на то время. Вот такой вот полностью в сборе. Ну что, давайте будем вскрывать, не томить. И смотреть, где же там наши радиодетали эти. Самыми дорогими, драгоценными металлами. Так, начинаем. Так, походу все. Скрываем крышечку. Да, что я еще хотел вас попросить. Кто еще не подписан на мой канал, подписываемся, чтобы не пропускать следующие выпуски. Так, что хотел еще сказать. Ломать я его и не собираюсь. Чисто мы вместе с вами посмотрим, где что находится. Так. Так, получается, не докрутил что-то. Есть. Скрываем. Так, аккуратненько в сторону. И заглядываем вот сюда. Больше тут нечего. Так, тут моторчик. Моторчик я лазить не буду, но там я уже понял, что за моторчик. Там внутри маленькая должна быть КМ-очка. Но она там точно есть. Так, вскрываем вот это, видим тут вот такая вот, стоит такой вот экран. Ну что, смотрим, что у нас там. Ну а прежде чем будем смотреть, хотел вас попросить поддержать этот выпуск лайком. Сделать для вас это несложно. Всего лишь нажав лайк. Так, экранчик в сторону. Смотрим. Да, что хотел вам показать. Показать, что он у нас не работает. Его надо ремонтировать. Но он как бы полноценно в целом состоянии. Сейчас. Покажу внимательно. Так, аккуратненько. Не видно. Сейчас покажу, что он у нас. Вот, светодиодик загорелся. Он у нас включился. Но если включать мотач, сейчас покажу вам. Ничего не происходит. Даже перемотку. Короче, что хочу сказать, надо смотреть. Так, сети выключаю. Как бы питание доходит. Вот такой вот блок питания идет в батарейном отсеке. Так, ну и смотрим, что у нас тут. Так, так, что-то тут у нас не дает. Сейчас посмотрим. Вытянем эти крутилочки. Так, тут микрофон. Есть вот этот разъем. И смотрим. Опа-на. Смотрим ближе. Что у нас тут есть?
Так, обычные резисторы и... О, ничего себе, да, тут есть КМ-очка, смотрите, неплохо. Вот она. Вот такая вот КМ-очка. Вот такая вот КМ-очка. Одна пока мест только вижу. Так, маркировка вижу 5У. Но вам не видно. Это у нас идет в общую группу. Что мы видим тут у нас? Такие полубочонки транзисторы. Неплохо. Флажки, как обычно. Так, транзисторы вот такие вот. Но в такой комплектации магнитофонов бывает еще вместо таких полубочонков. Получается металлический. Смотрим, что у нас тут. Такой вот транзистор, 100% он будет с позолотой. Вот второй такой же с отверстием. Это получается маркировка 5BA4. Также ушастая микросхема у нас тут есть. Под радиатором. Да, что я вам ничего не раскусываю, потому что я его ломать и собираюсь. То прослушал. Мы его будем еще ремонтировать потом. А так, так. У нас тут еще микросхема такая вот. Сейчас поближе покажу. Получается К-157УД2 90-го года. 9-й месяц. А у нас магнитофон 91-го. Да, что хотел показать, у нас тут микрофончик. Внутри, кто знает, есть металлический транзистор с золотом, явной позолотой. Так что не пропускаем, если кому попадется. Да, что хотел еще посмотреть. Видим, еще кнопочка такая у нас есть. MP11. Вот она, слушайте. Клацает. Давайте посмотрим, что в блоке. Очень интересно посмотреть, что в этом блоке питания. Такой вот магнитофон неплохой. Как вы уже знаете, что находится в таком старом магнитофоне. Для тех, кто не знал, думаю, было интересно. Так, смотрим, что в блоке питания. Блок питания получается 220 вольт вход, 10 вольт. Получается 0,3, 9 вольт выход. Так, тут что ли, типа пломбы. Сейчас заберем. Да, кто уже подписался, проверяйте звоночек. Нажимайте, если вы еще не нажали, выбирайте все. Так, а ну-ка. Не достает. Придется маслать обычной отверточкой, если я ее сейчас найду. Всеми любимая старенькая отверточка. Все любят писать про нее. Значит, нравится. Она, наверное, с этим магнитофоном тезка, может даже еще старее. Скорее всего, еще старше. Так, сейчас откручу блок питания. Извиняйте. Но так приходится. У меня насадки такой нет. Думал, подойдет. Но, видимо, не подходит. Так, тут-то есть. Надо, как говорится, заглянуть везде. В этот же блок питания тоже надо посмотреть, что в нем находится. Чтобы знать всю подноготную этого магнитофона. Так, так, давай, давай. Все. Тут-то есть. Еще тут и все. Мы у финиша. Еще один винтик остался, кроме этого. Так, так. Ну, другой отверточки нет. Извиняйте. Да, кто досмотрел до этого момента, можете поддержать, написать в комментарии, оставить плюсик. Буду очень благодарен, буду знать, что кто-то посмотрел. Вот так еще быстрее идет.
Опа-на! Да, в блоке питания обычный конденсатор и два вот таких вот неприемных. Так, предохранитель, катушка. Тут у нас вход, разъем. И все на этом. Вот такой у нас получился магнитофончик. Слева-право появилось видео, переходите на них. Очень хорошие выпуски. Вы еще, кто не видел, очень интересно. Смотрите, нажимайте. И всем пока, до следующего выпуска.